Oma Gyana Timurandasya Gyananjana Salakaya Chaksurun Militam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhishtam Stabitam Jena Bhutale Svayam Rupakada Mayam Dadati Svapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Yuta Padakamalam Sri Gurun Vaishnavamscha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Sri Vishakan Vitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavanishwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vansha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindhu Bhyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vasri Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare So today we'll read Bhagavad Gita as it is, chapter 10, text 9. What's the time? Devyati text. Desyato glavi. Bhagavati. Pavtariti pazosta. Matschita madgata prana. Matschita madgata prana. Bodhayanta parasparam. Chamam nityam Dushyanti cha ramanti cha Dushyanti cha ramanti cha Matschita madgata prana Matschita madgata prana Bodhayanta parasparam Bodhayanta parasparam Padayantas chamam nityam Padayantas chamam nityam Dushyanti cha ramanti cha Dushyanti cha Lord Krishna said, the thoughts of my pure devotees dwell in me. Their lives are fully devoted to my service, and they derive great satisfaction and bliss from always enlightening one another and conversing about me. Господь Кришна сказал, все мысли моих чистых преданных поглощены мной, и вся их жизнь посвящена мне. Всегда делясь друг с другом знанием и беседуя обо мне, они испытывают огромное удовлетворение и блаженство. Комментарий Шрилы Прабхупады. Чистые преданные, описанные в этом стихе, целиком посвящают себя любовному служению Господу. Их умы постоянно сосредоточены на лотосных стопах Кришны, и они говорят только на духовные темы. Здесь описаны отличительные черты чистых преданных. Такие преданные день и ночь прославляют качество и деяния Господа. Их сердца и души всегда погружены в Кришну, и говоря о нем с другими преданными, они получают от этого огромное удовольствие. На начальном этапе преданного служения источником трансцендентного блаженства для них является само служение Господу. А достигнув духовной зрелости, они обретают любовь к Богу. На этом трансцендентном уровне они наслаждаются вкусом высшего блаженства, которое царит в обители Господа. Господь Чайтанья сравнивает преданное служение с семенем, посаженным в сердце живого существа. Бесчисленное множество живых существ скитается по Вселенной, переходя с одной планеты на другую. И лишь очень немногим из них выпадает удача встретить на своем пути чистого преданного, который посвятит их тайне преданного служения. Преданное служение подобно семени, которое попадает в сердце человека. Если такой человек постоянно слушает и повторяет Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе, это семя дает всходы. Подобно тому, как прорастает семя дерева, поливаемое водой. Духовный росток преданного служения постепенно поднимается все выше и выше.
и пройдя через оболочки материальной вселенной, достигает сияния Брахмаджоти в духовном небе. Продолжая расти, дерево преданного служения достигает высшей планеты духовного неба, Голоки Вриндаваны, высшей обители Кришны. На Голоке Вриндаване оно находит прибежище под сенью лотосных стоп Кришны и остается там навсегда. Так же, как обыкновенное растение, росток преданного служения начинает цвести и плодоносить. Если преданный поливает его водой слушания и повторения. Полное описание древа преданного служения приводится в читании Чаритамрити, Мадья-лила, глава 19. Там сказано, что когда росток служения находит прибежище под сенью лотосных стоп Верховного Господа, сердце преданного переполняется любовью к Богу. Такой преданный ни мгновение не может прожить без Господа, как рыба не может жить без воды. В этом состоянии преданный, соприкоснувшись с Верховной Личностью Бога, обретает все духовные качества. Очень много рассказов о взаимоотношениях Верховного Господа и Его преданных содержится в Шримад-Бхагаватам. Поэтому Шримад-Бхагаватам так дорог преданным. Как сказано в самом Бхагаватам 12.13.18, Шримад-Бхагаватам Пуранам Амалам Ят Вайшнаванам Приям. В этом писании ничего не говорится о материальной деятельности, экономическом процветании, чувственных наслаждениях или об освобождении. Шримад-Бхагаватам – единственное произведение, где в полной мере описана трансцендентная природа Верховного Господа и Его преданных. Поэтому те, кто полностью развил в себе сознание Кришны, постоянно испытывают наслаждение, слушая эти трансцендентные повествования, подобно тому, как юноша и девушка наслаждаются общением друг с другом. И еще раз текст. «Все мысли моих чистых преданных поглощены мной, и вся их жизнь посвящена мне. Всегда делясь друг с другом знанием и беседуя обо мне, они испытывают огромное удовлетворение и блаженство». So here in the Bhagavad Gita, Krishna is explaining the nature of this living being, the nature of the soul. Здесь в Бхагавад-гите Господь Кришна объясняет, описывает природу души, природу живого существа. And also his own nature, the nature of the Supreme Lord. А также свою собственную природу, природу Верховного Господа. And also the nature of the relationship between the living being and the Lord. А также природу взаимоотношений между живым существом и Господом. That we are all eternal spirit souls. Все мы вечные духовные души. He is the eternal supreme personality of Godhead. Он вечная верховная личность Бога. And our eternal relationship is to serve the Lord. И наше отношение заключается, вечное отношение заключается в том, что мы служим Господу. And that relationship can be developed. Эти отношения можно развивать through the process of bhakti yoga. Devotional service to the Lord. Благодаря процессу бхакти-йоги и преданному служению Господу. So the soul, the eternal spirit soul, is active by nature. Вечная духовная душа активна по своей природе. And also pleasure seeking by nature. И также по природе она всегда ищет блаженство. We are looking for happiness. Мы ищем счастье. But in this material world, we are entangled in the complexities of the material energy. Но в материальном мире мы скованы сложностями всевозможными, которые есть в материальной энергии. Specifically, we have the material body, which is subjected to various kinds of miseries. И в особенности у нас есть материальное тело, которое подвержено всевозможным страданиям. Birth, death, old age, and disease. Рождение, старость, болезни, смерть. Also miseries caused by other living entities, miseries caused by the environment. Есть также страдания, которые причиняют нам другие живые существа или окружающая среда. So although we may experience some pleasure, happiness, it is flickering or temporary. И хотя мы испытываем здесь какое-то счастье, какое-то наслаждение, тем не менее оно временное и скоротечное. But we want actually to have permanent satisfaction, permanent happiness. Однако мы же хотим вечного удовлетворения, вечного счастья. So Krishna is explaining that this is possible if we go to the spiritual world.
И Кришна объясняет здесь, что это возможно, если мы отправимся в духовный мир. Now we can go there also by the process of bhakti yoga, by the process of devotional service. И мы можем попасть туда также благодаря процессу бхакти йоги, благодаря процессу преданного служения. Bhaktyaman, bhaktyaman avijana te yavanyas chasme tatvata tatomam tatvato gyatva vishatena tadanantaram. One can know the Supreme Lord as He is only by devotional service, Krishna says. Кришна говорит, что его можно понять по-настоящему только благодаря преданному служению. And when one is fully conscious of the Lord by such devotion, then he can enter into the kingdom of God. И когда благодаря такой преданности человек полностью концентрируется на Господе, он может войти в Царство Бога. So that is the destination of the process of devotional service. Такова конечная точка процесса преданного служения. To live eternally in the spiritual world in the service of Krishna. Жить вечно в духовном мире в служении Кришне. Or even more specifically, to develop love, ecstatic love of Krishna. Или даже более конкретно развить экстатическую любовь к Кришне. But in the material world, the living entity seems to be far away from that position. Мне кажется, что в материальном мире живое существо очень далеко от этого положения. There are different kinds of philosophies who give their own proposed solutions to the problem. Есть много различных философий, которые предлагают свои решения проблемы. Materialistic philosophies say, just try to enjoy the senses to the maximum. Материалистическая философия говорит, просто попытайся наслаждать свои чувства по максимуму. In this way, try to ignore the difficulties and miseries. И так пытайся игнорировать страдания и проблемы. But we learn from the Vedic scriptures that by such activity we create karma. Но мы узнаем из ведических писаний, что такая деятельность создает карму. And that karma entangles us further and further in repeated birth and death. И эта карма сковывает нас далее и далее. Мы попадаем из-за этого в повторяющиеся рождения и смерти. Impersonalist philosophers say that we are suffering due to action. If we stop acting, we will stop suffering. Философы и персоналисты говорят, мы страдаем из-за своих поступков, из-за своих действий, поэтому надо прекратить все действия, так прекратятся страдания. Simply engage in meditation and minimize all deeds and words and thoughts. Просто занимайся медитацией и минимизируй все свои поступки, мысли и слова. They say a living entity can be compared to a clay water pot. Они говорят, что живое существо можно сравнить с глиняным горшком. When it is empty and you hit it with a stick, then it makes a lot of noise. Когда этот горшок пуст и по нему бьешь палкой, то он очень громкие звуки издает. When it is filled with water and you hit it with a stick, there's no noise. Но если этот горшок наполнить водой и ударить палкой, то звука не будет. So when a living entity becomes spiritually, when he is devoid of spiritual understanding, he's always talking and acting. Поэтому, когда живое существо лишено духовного понимания, оно все время болтает и что-то делает. But when he's spiritually advanced, spiritually absorbed, he stops all his actions and words and thoughts. Но если оно духовно разобьется, то оно остановит все свои поступки и слова. But Srila Prabhupada explains this example is not valid. Но Шрила Прабхупада объяснил, что этот пример не подходит. A living entity is not a static object like a water pot. Живое существо не какой-то статический объект, как горшок или. A living entity is energetic, dynamic. Живое существо наполнено энергией, динамикой. He is always doing something. Он всегда что-то делает. Krishna says one cannot cease from activity even for a moment. Кришна говорит, живое существо даже на мгновение не может удержаться от деятельности. We can see young children, they have so much energy running here and there, very difficult for their parents to control them. Можно видеть, they're very small.
Можно видеть, маленькие дети носятся туда-сюда, у них столько энергии. Даже родители не могут это контролировать, несмотря на то, что дети такие маленькие. And we're all busy in some way or another. И все мы так или иначе заняты. Doing some work or some kind of activity. Мы что-то совершаем, какую-то работу, какую-то деятельность. We're talking, you know, with our friends, family. Мы говорим с друзьями или с членами семьи. We're alone, then we have a phone, we're talking with other people on the phone. А когда мы в одиночестве, мы достаем телефон и разговариваем с людьми по телефону. Then our minds are also thinking so many things constantly. Наш ум постоянно думает, столько мыслей в уме постоянно роятся. Different plans, different desires. Различные планы строим, столько желаний. And at night, we're having all kinds of interesting pastimes in our dreams. А во сне у нас столько интересных игр во сне происходит ночью. Sometimes very strange things happen in the dreams. Иногда во сне с нами странные вещи происходят. So that's because the mind is always active. Это потому что ум всегда деятелен. That is because of the presence of the soul. И все это из-за того, что присутствует душа. So we are forced to act. Итак, мы вынуждены действовать. So in the Bhagavad Gita, Krishna he analyzes different kinds of action. Bhagavad Gita Krishna анализирует различные виды деятельности. Because human beings are more developed, more sophisticated than animals. Поскольку люди это более развитая форма жизни, более сложная. Than animals. Huh? Чем животные? Animals simply acting according to the demands of their senses. Животные действуют просто на основе требований своих чувств. How to eat, sleep, mate, and defend. Как защититься, поспать, совокупиться и поесть? They'll just act in accordance with their particular bodily nature. Они действуют просто на основе своей тела, природы тела, которая у них есть. But human being being more sophisticated. They have some power of discrimination. Но люди более тонкие существа. У них есть сила, есть способность дискриминировать, способность выбирать. Because, you know, just as a crude example, a person, you know, he can be walking in a street and he can decide, let me come to the Hare Krishna center, Gaura. Ну, самый простой пример. Человек идет по улице и вдруг решает, дай-ка я зайду в центр Хари Кришны, в эту Гауру. So he could do that, or else he could go into some bar. Он может делать это, или может в бар пойти какой-нибудь. And drink, you know, 5 liters of beer, or whatever. И выпить 5 литров пива или чего-нибудь еще такого. So, different kinds of activity. He has an alternative. He can choose. Так у него есть альтернатива. Он может выбрать. Animals are not, you know, they're not going to understand, you know, what's a bar, what's a Hare Krishna center. Животные, в принципе, не понимают, что такое бар, что такое центр Хари Кришна. They'll just, you know, wherever their senses demand, they'll go. Куда бы их чувства ни направили, туда они отправляются. So since we have choice. We also have to understand what are the consequences of different choices. Итак, поскольку у нас есть право выбора, мы должны понимать также последствия этого выбора. And in Bhagavad Gita, Krishna analyzes the three modes of material nature. И в Бхагавад Гите Кришна анализирует три качества материальной природы. How there are activities in goodness, passion, or ignorance. Что такое деятельность в страсти, в благости и в невежестве? And what are the consequences of those activities? И каковы последствия этих разных видов деятельности? If a person is constantly acting in a mode of ignorance, если кто-то постоянно действует в невежестве, he will create a bad karma. Он создает плохую карму. And Krishna explains that since we are eternal, then he had to take birth again. He'll take birth in a lower species or a lower planet. И Кришна объясняет, что поскольку мы вечны, нам придется родиться снова, но уже в более низкой форме жизни. Someone is very passionate. Кто-то находится в страсти.
You know, he has many material desires. У него множество материальных желаний. He's always very, working very hard to try to fulfill those material desires. Он всегда очень тяжело трудится, чтобы исполнить эти желания. So time of death comes. Krishna says, whatever one's consciousness is fixed on, he will attain that in the next life. Кришна говорит, какой бы уровень сознания у нас не был в момент смерти, мы обретем в следующей жизни этот уровень. So someone always in that mode of passion with so many material desires, he'll take birth again. Prabhupada said he'll take birth again in Europe or America. Прабхупада говорил, что только очень много желаний, он очень много трудится, он родится снова в Европе или в Америке. You know, in a big passionate city like St. Petersburg. В каком-нибудь большом страстном городе, как Санкт-Петербург. There are so many such cities, not only in Europe, America, but all over the world. По всему миру множество подобных городов, не только в Америке и Европе. So, and again, he will continue the same passionate activity. И снова вы сможете продолжить страстную деятельность, деятельность страсти. Someone who is acting in a mode of goodness, you know, who is able to control his senses, lead a regulated life. Кто-то, совершая деятельность благости, ведет регулируемую жизнь, контролирует свои чувства. Who perform pious activities. Совершает благочестивые, добродетельные поступки. Tries to help others. Пытается помогать другим. He will generate good karma. Он создает хорошую карму. It's activity in the mode of goodness. Это деятельность в качестве благости. And next life he'll take birth in a better position. В этом случае в следующей жизни он получит лучшее положение, чем сейчас. Even in a heavenly planet, he can take birth and have a very long lifespan. Он может родиться даже на райских планетах и иметь очень длинную жизнь. So like that, there are consequences for different kinds of activities. Таким образом, у различных видов деятельности есть соответствующие последствия. And the mode of goodness is better than the mode of passion, and the mode of passion is better than the mode of ignorance. И страсть, благость лучше, чем страсть, а страсть лучше, чем невежество. But still, the Bhagavad Gita is not teaching us that the goal of life is to act in the mode of goodness, simply act in the mode of goodness. Однако Бхагавад Гита учит нас, что цель жизни не просто в том, чтобы научиться действовать в духе благости. Many persons in India who are in the mode of goodness, they worship different demigods. Многие живущие в Индии, находящиеся в духе благости, поклоняются полубогам. And so they go to heavenly planets. Так они отправляются на райские планеты. But Krishna says here that that is temporary. Even going to heavenly planets is temporary. Но Кришна говорит здесь, что это временный результат. Даже если мы отправимся на райские планеты, это временный результат. He says that such person have small intelligence. И он говорит, что у людей, которые стремятся к этому, очень небольшой разум. They don't understand there is a much higher destination. Они не понимают, что у них гораздо более есть гораздо более высокая цель. So Krishna says therefore, Abrahma Bhuvana Loka Punaravartino Arjuna Mamu Pechita Kontiya Punarjanma Nidhyate. From the highest planet in the material world down to the lowest, they're all places of misery, of repeated birth and death. Кришна говорит, что начиная с самой высокой планеты этого мира и заканчивая самым низким положением, весь этот мир — это место повторяющихся рождений и смертей. But one who attains my abode, he said, never comes back to this material world. Но дальше он говорит, тот, кто достигает моей обители, никогда не возвращается снова в материальный мир. So in order to attain Krishna's abode, we have to learn how to act in devotional service. Для того, чтобы обрести, попасть в духовный мир, нам необходимо научиться действовать в преданном служении. To use our thoughts and words and deeds in the service of Krishna. Научиться использовать свои слова, мысли и поступки в служении Кришне. As is specifically explained in this verse. Как здесь, в этом стихе, описывается. The thoughts of my pure devotees dwell in me. Мысли моих чистых преданных обо мне. The mind is engaged in thinking of Krishna, that is to say. Их ум задействован тем, что думать о Кришне. Their lives are devoted to my service. Их жизни посвящены служению мне. That is to say, they use their body, their senses in acts of devotional service. Это означает, что чистые преданные используют свои тела, свои чувства в активном служении Кришне. Specifically, as Prabhupada
explained to try to serve the Sankirtan movement of Lord Chaitanya. В особенности, как объяснял Прабхупада, они пытаются служить движению Санкиртаны Господа Чайтаньи. So many different kinds of activities are available in the Sankirtan movement. В движении Санкиртаны существует так много возможностей служить, столько вариантов. Just as devotees are serving the deities or cooking. Например, преданные служат божествам или готовят просад. Organizing the festivals and programs. Организуют фестивали и программы. Going for Harinam, Sankirtan. Ходят на Харинам и Санкиртан. Distributing books. Распространяют книги. Well, there's so many activities. Столько различных видов деятельности существует. Management. Управление. Someone is teaching in Gurukul. Кто-то учит в Гурукулах. Someone is doing business and donating to support the temple. Кто-то занимается бизнесом и жертвует плоды труда, чтобы поддержать храм. Or to support different Krishna conscious activities. Или поддержать какую-то еще деятельность в сознании Кришны. And of course, also just practically performing service, a devotional service in one's home to serve the deity. И, конечно же, можно совершать практическое преданное служение дома, можно служить божествам. To bring up children in Krishna consciousness. Развивать, воспитывать детей в сознании Кришны. So many kinds of service are there. То есть очень много видов служения. And the devotees also derive great bliss from enlightening one another and conversing about Krishna. И также преданные черпают величайшее блаженство, беседуя о Кришне и просвещая друг друга. Especially recommended to chant the holy names, the Hare Krishna mantra. Особенно рекомендовано повторять святые имена Хари Кришна мантру. To join together in Харинам, Санкиртан. Объединяться и вместе проводить Харинама Санкиртану. To chant Japa. Повторять Джапу. To repeat the message of Krishna. Повторять послание Кришны. Speaking about Bhagavad Gita or Srimad Bhagavatam. Рассказывать о Bhagavad Gita or Srimad Bhagavatam. So in this way, the active nature, the active energy of a person can be used in the service of Krishna. Таким образом, вот эта активная природа души может быть использована в служении Кришне. This activity doesn't generate karma. И эта деятельность не создает карму. You know, it doesn't cause one to go to higher or lower planets or take birth again on this planet. Она не побуждает живое существо воплощаться на райских или адских планетах внизу или наверху. Rather, it is called akarma. Напротив, она называется акарма. It relieves one from karmic reaction. Эта деятельность освобождает человека от кармических последствий. It absorbs one in remembrance of Krishna. И благодаря ей человек погружается в памятование Кришны. And Krishna says that one who can remember him at the time of death can go to his abode. Кришна говорит, если кто-то может помнить о нем в момент смерти, то он отправится в обитель Господа. Janma karma chame divyam evam yoviti tatvata chaktvadeham punar janma naiti mamiti surjana. One who knows the transcendental nature of my appearance and activities does not upon leaving this body take birth again in the material world, but attains to my abode, Krishna says. Кришна говорит, тот, кто знает трансцендентную природу моего явления, моей деятельности, покидая это тело, не вынужден снова рождаться в этом мире. Наоборот, он направляется в мою обитель. So this is the result of practicing devotional service. Таковы плоды практики преданного служения. We learn how to perform devotional service from Guru Sadhu Shastra. Мы узнаем, как совершать преданное служение от Гуру, Саду и Шастра. These scriptures are very ancient. They have been followed for thousands of years by many elevated devotees. Это очень древние писания, и в течение тысячелетий им следовали возвышенные преданные. So many devotees, so many acharyas have given their guidance on Krishna consciousness. Множество ачарьев, множество преданных давали наставления относительно практики сознания Кришны. Also from guru, from experienced devotees, we can learn how to put that knowledge into practice. Также от гуру, от опытных преданных, мы можем узнать, как на практике применить эти наставления. Just as if one wants to learn medicine,
He should study the books of medicine under the guidance of a qualified doctor. Точно так же, как если человек захочет изучать медицину, он должен изучать, читать учебники под руководством человека знающего. Then he can learn how to put that knowledge into practice. Так он сможет понять, как применить это знание на практике. So in this way, by accepting the guidance of guru, sadhu and shastra, and putting it into practice in our lives, we can progress in Krishna consciousness. Таким образом, мы можем, приняв гуру, саду и шастру, мы можем применить это знание на практике и достичь успеха в сознании Кришны. And as explained here in this purport, as we also discussed yesterday, this bhakti is it like a seed which becomes a creeper. Creeper of devotion. Как описывается в этом комментарии, как мы объясняли это вчера, эта бхакти сначала из семечка может превратиться в древо преданного служения. And we should water it by hearing and chanting about Krishna. И нужно поливать его слушанием и воспеванием о Кришне. That's why Srila Prabhupada in ISKCON temples he established daily kirtan, daily classes on the scriptures. Вот почему Шрила Прабхупада во всех храмах установил такой порядок, чтобы ежедневно были киртаны и лекции по Писанию. So there would be the opportunity for watering our creepers of devotion. Чтобы была возможность у всех поливать это древо преданного служения. If we can't manage to come to temple regularly, either live in a temple or come regularly, then we can water the creeper of devotion at home. Если у нас нет возможности регулярно посещать храм или жить в храме, то мы можем поливать это древо дома. Прабхупада советовал четыре вещи для домохозяев. Keep an altar, deity or some pictures, иметь, and worship the Lord. Иметь алтарь, божества или изображение и поклоняться Господу. Offer your food to Krishna, vegetarian food. Предлагать вегетарианскую пищу. And take prasadam. Принимать прасадам. Chant Hare Krishna at home, some kirtan, some japa. Повторять Хари Кришну дома, киртан, джапу. Read about Krishna from the scriptures or hear. Читать. Some lectures, some recordings of lectures. Читать священные писания и слушать лекции. In this way, you keep Krishna in the center of your life. Таким образом, поддерживать положение Кришны в центре нашей жизни. Water the seed of bhakti. Поливать семя бхакти. And in this way a person can become more and more settled, more and more advanced in Krishna consciousness. Таким образом, мы сможем все лучше и лучше утвердиться и прогрессировать в сознании Кришны. Even though we are living in the material world, we can be solidly situated on the spiritual platform. И несмотря на то, что мы живем в материальном мире, тем не менее мы можем иметь очень твердую позицию в духовной жизни. So, Hare Krishna. Any question here? Кришна говорит Алпаметхаса про тех, кто поклоняется полубогам, что они не очень разумны. Можно сказать, что они не очень разумны, потому что, прикладывая те же усилия, что и поклонение божествам, но поклоняясь Кришне, не могут достичь более высокого результата. So, Krishna in Bhagavad Gita says, Alpamedhasam, those who worship the demigods are less intelligent. Can we say that they are less intelligent because the same the same energy, the same effort they use to worship the demigod, they can use to worship the Krishna and gain some higher result. Yes. Да. Those, as we quoted yesterday, a karma of Savatama, one who has got broader intelligence worships the Supreme Lord, the Bhagavata. Вчера мы читали с Бхагаватом, тот, у кого более широкий разум, более развитый разум, поклоняется Господу. Вы вчера в лекции сказали, что когда мы поливаем семя бхакти при помощи процесса повторения слушания,
также растут анархи. Почему они растут благодаря этому процессу? They may, it is not obligatory, I mean, not obliged. Not must. Yeah, not must. Они могут вырасти, не обязательно это будет так. Well, it's the same if a gardener is watering a creeper. Ну, точно так же, как садовник, который поливает растения. Ну, также могут вырасти сорняки. Maybe yes, maybe no. Может да, может нет. If yes, then he should try to remove them. Если не выросли, то нужно пытаться их вытащить, убрать. But if no, then the creeper will grow. Если нет, здорово, ничего страшного, не волнуйтесь, пусть растет себе, да растет. So it means that there is seeds of this. There is a seed. There is a seed. If there is no seed, there is no. Yes, well, I mean, material world means such seeds are floating around everywhere. You can say. В материальном мире эти семена сорняков повсюду разбросаны, плавают. I mean, there are so many materialistic persons. Столько материалистов вокруг. By their association, one can be. Affected. И общаясь с ними, можно заразиться. Cause some weeds to grow. И так могут проявиться некоторые сорняки. That's why it's recommended for devotees to minimize association of non-devotees. Поэтому преданным рекомендовано минимизировать общение с непреданными. If one has to associate with them for, you know, service or work, at least don't fall into their kind of consciousness. И если уж приходится с ними общаться по работе или по служению, то не нужно погружаться в их сознание. Just some formal, you know, dealing, okay. Вот формальных отношений достаточно. But if one closely associates, then there is more chance to catch their disease, as it were. Но если мы с ними близко общаемся, то есть большая вероятность того, что мы от них их болезнью заразимся. Therefore, should be cautious. Поэтому нужно быть очень осторожным. But if a person just keeps the association of devotees and keeps seriously engaged in devotional service, then even if there are some seeds of weeds, they won't grow up. Но если мы поддерживаем наши отношения с преданными, наше преданное служение, то даже если есть какие-то семена этих сорняков, они не прорастут. Or if they start to grow, devotees can help us to understand, and we can try to remove those weeds or avoid those undesirable activities. Или если они все-таки прорастут, то преданные помогут нам избежать этих болезней и покажут нам на них. Yeah. Hare Krishna. Спасибо за чудесную лекцию. Такой вопрос. Как вдохновиться на то, чтобы эта жизнь была последней, несмотря на то, что видно еще много материальных привязанностей, а до Абхавы и Премы еще далеко? How I can get inspiration to make this life the last life? Because it's too far for Bhava and Prema. Come to Gora Center. Приходите в центр Гавра. Join in the activities, join in the kirtans, and engage in devotional service. Участвуйте в девах здесь, участвуйте в преданном служении, в киртанах. Keep association with devotees. Поддерживайте, сохраняйте общение с преданными. You know, read the books here about the process of Krishna consciousness. Читайте книги, слушайте о процессе сознания Кришны. Keep absorbed in devotional service. Будьте погружены в преданное служение. Сохраняйте эту погруженность. Хорошо. Поделитесь, пожалуйста, с нами о вашем общении с Шрила Прабхупадой. Какая-то история есть из личного общения, которая вдохновила и вдохновит нас. You want me to speak for an hour? Я тут могу час об этом рассказывать. It's a bit long, I think. Это долговато будет. I was fortunate the first day I went to the temple in London, Prabhupada was there.
Я был очень удачлив, потому что впервые, когда я пришел в храм в Лондоне, там был Прабхупада. So first day I heard his lecture. То есть самый первый день, самый первый раз, когда я пришел, я услышал его лекцию. And the second day I came after a few more days and again I heard a lecture. Через парочку, через несколько дней я пришел снова и опять услышал его лекцию. So then the devotees invited me to stay in the temple. Затем преданные пригласили меня остаться пожить в храме. And after another four days I was asked to go with a devotee to another city to start a temple. А еще через четыре несколько дней меня попросили с другими преданными отправиться в другой город и открыть там храм. Before we went to Prabhupada's room. А перед тем, как уехать, мы пришли в комнату Прабхупады. So he is very pleased and he gave his blessings and his garland to us. Он был очень доволен, дал свои благословения и свою гирлянду нам передал. That was in London, 1971. Это было в Лондоне в 71 году. In August. В августе. So that's about 43 years. 33 года, получается. 43. Next summer he came again to London. На следующее лето он опять приехал в Лондон. By that time I already got the first initiation through letter. В то время я уже получил первое посвящение по письму. Prabhupada came for Ratha-yatra. Prabhupada приехал на Ратха-yatra. Devotees put his Vyasasana in front of the cart. Преданные поместили его Vyasasana перед колесницами. And Prabhupada on the cart, на колесницу. In the front. Under the deities. Под божествами впереди колесницы. And Prabhupada sat on the Vyasasana, played kartals all the way. Prabhupada сидел на Vyasasana, играл на карталах все это время. Chanted Hare Krishna. Повторял Hare Krishna. Then at the Trafalgar Square there was a big program. Затем на Трафальгарской площади была большая программа. Prabhupada gave lecture and also initiation. Прабхупада дал лекцию, также инициацию. I got Brahma initiation. On that program. В этой программе я получил второе брахманическое посвящение. That summer, Prabhupada, you know, he went to many public programs. Этим летом Прабхупада участвовал во многих публичных программах. They were very successful. Many people came. Они были все очень успешные. Пришли много. He also went to Scotland to install the deities in a new temple in Edinburgh. Также он отправился в Шотландию, чтобы установить в храме в Эдинбурге новые божества. So we had good fortune to go there also to publicize his programs. Нам также повезло отправиться туда и рекламировать эту программу. And Prabhupada also went to Glasgow, where he had a big public program. А затем Прабхупада также посетил Глазго, где была большая публичная программа. At the end of the lecture, one hippie came to the front and he said, I think I'm God. Во время этой лекции один хиппи выбежал вперед и закричал: "Я думаю, я считаю себя Богом". And Prabhupada said, "You are not God, God, you are DOG dog". Ты не God, не Бог, игра слов, а собака. God и dog. Then he turned around. The hippie turned around and he walked back. And Prabhupada said, "Start kirtan". Хиппи повернулся и ушел обратно. И Прабхупада сказал: "Начинайте киртан". That time I was in a traveling sankirtan, the first book distribution party in England. Тогда я участвовал, был членом этой группы распространяющей книги, путешествующей группы в Англии. 1973, Prabhupada again came to London in the summer. Летом 73 года Прабхупада снова приехал в Лондон. Again attended Ratha-yatra. Снова была Ратха-yatra, он там присутствовал. That time he didn't sit on the chariot, but he danced all the way from beginning to end. В этот раз он не сидел на своей колеснице, на своем сиденье, он танцевал все время, пока шла Ратха-yatra. And he asked all the devotees to gather around, play drums, play kartals. И он просил всех преданных собираться вместе и играть на караталах и на мридангах. He also installed the deities of Radha Gokula Nanda in a Bhaktivedanta manner. Также в это время он установил божества Радхи Гокула Нанды в Бхактивиданта манере.
1972 there were so many devotees came to London that whole temple was completely full. В 72 году такое огромное количество преданных приехало в Лондон, что храм был полностью занят, забит. So Prabhupada asked George Harrison to please help and find some bigger property. Поэтому Прабхупада попросил Джорджа Харрисона помочь и найти какое-то более обширное место. So he found a Bhaktivedanta Manor. И так был найден Бхактивиданта Мэннер. So Prabhupada came to open the Bhaktivedanta Manor and to install the deities. И Прабхупада приехал открыть Бхактивиданта Мэннер, установить там божества. They were installed on Janmashtami. Они были установлены на Джанмаштами. He was also present for his Vyasa Puja. И также он присутствовал там на свою Вьясапуджу. There he was saying, I want all my disciples to become guru. Там он сказал, что я хочу, чтобы все мои ученики стали гуру. It's not very difficult. Это несложно. Just repeat what you have heard from your guru. Просто повторяйте то, что вы услышали от своего гуру. That summer also he installed the deities in Paris, Radha Parasishwara. Этим же летом он установил божества в Париже, Радха Парисишвару. In 1975, I was sent to India. В 75 году меня послали в Индию. Prabhupada asked me to help manage a temple in Mumbai. Прабхупада попросил меня помочь в управлении храмом в Мумбаи. That was under construction, the Juhu temple. Там шли, это была стройка храма в Джуху. And after some time, I went on a library party to sell sets of books in the libraries. А спустя какое-то время я стал участником группы, которая распространяла книги по библиотекам. So we distributed them all over India. Мы распространяли книги по всей Индии. And our parties would meet every 6 weeks in the place where Prabhupada was staying. Наши группы встречались каждые 6 недель в том месте, где жил Прабхупада в то время. So he always liked to hear the results of book distribution. Ему всегда очень нравилось слушать результаты распространения книг. To hear what the scholars were saying about his books. И слушать, что говорят ученые о его книгах. Once I remember in Hyderabad, he told us when you're traveling in India, you must take care of your health. Однажды в Хайдарабаде он сказал, если вы путешествуете по Индии, вы должны беспокоиться о своем здоровье. You should eat every day like a kadashi. Каждый день вы должны есть как кадыши. Just some vegetables, fruits, and milk. Просто молоко, фрукты и овощи. Then he said, whether you speak about Krishna or you give a book about Krishna, it's the same thing. И он говорил, говорите ли вы о Кришне, или даете книгу о Кришне, это одинаково, это одно и то же. This is a guru's business. Это занятие гуру. And one day their prophet was preaching to some Indian gentleman. Однажды Прабхупада проповедовал одному индийскому джентльмену. And I was in the room, so was Harisori Prabhu. Я был в комнате, и также там находился Харишавари Прабху. And Harisori was Prabhupada's servant. Это слуга Шрилы Прабхупады. And he said, previously he said, Gandhi, he used so much of his blood to drive out the British from India. И Прабхупада сказал, ранее Ганди потратил столько своей крови, чтобы распространить движение независимости в Индии. He said, but now you see one Britisher, he is my servant, personal servant. А здесь сейчас вы можете видеть, что вот британец, и он мне служит. And this Britisher, he is selling my books. А вот еще один британец продает мои книги. So he said, who is better, Gandhi or me? Так кто лучше, Ганди или я? Then in 1977, you know, we have distributed books all over India, finished all the libraries. Мы распространяли книги по всей Индии, все библиотеки уже были пройдены. We started to go to neighboring countries also. И мы начали посещать ближайшие страны. Шри-Ланка, Непал, Бангладеш. Шри-Ланку, Непал, Бангладеш. So then I thought perhaps it would be good to open some temple in Bangladesh. Я подумал, было бы неплохо открыть храм в Бангладеш. So I wanted to ask Srila Prabhupada. Я пришел, чтобы попросить у Прабхупады, спросить Прабхупады. Your hotel. Попроси. I wanted to ask him. Хотел попросить его. But the devotee in charge of the library party, he told Prabhupada's secretary, don't allow him to see Prabhupada without a letter from me.
Но лидер моей группы, который постановил книги по библиотекам, сказал секретарю Прабхупады, не пускай этого преданного Прабхупаде без моего письменного согласия. So I couldn't get appointment to meet Prabhupada. Поэтому я не мог назначить встречу с Прабхупадой. But then next day one other devotee told Prabhupada I was interested to go to Bangladesh. Другой преданный сказал Прабхупаде, что мне было бы интересно отправиться в Бангладеш. And I was in a Prabhupada secretary's room. Я был в комнате секретаря Прабхупады. And you know, he opened the door to go into Prabhupada's room. И он открыл дверь, чтобы дверь в комнату Прабхупады. And Prabhupada saw me. Прабхупада увидел меня. He said, "Come here." Иди сюда, он сказал. Then he said, "You have made the right decision." Он сказал мне, ты принял правильное решение. He said, "You go to Bangladesh immediately." Немедленно отправляйся в Бангладеш. Okay, I said. Я сказал, хорошо. And then I went to Delhi to get visa. Я отправился в Дели, чтобы получить визу. And Prabhupada, and he also came to Delhi. Прабхупада также приехал в Дели. There was Darshan in his room. Был Даршан в его комнате. He saw me. Он увидел меня. This is only 3-4 days later. Это было спустя 3-4 дня после его разрешения. He said, "You have not gone yet?" Он спросил, ты еще не уехал? I said, "I came to get visa, Srila Prabhupada." Я сказал, я приехал за визой, Srila Prabhupada. Okay, he said, "Get visa and go." Хорошо, получай визу и едь. And after we went to Bangladesh, we were preaching there. Thakur Maharaj also came there, and we were doing a lot of programs. Мы приехали в Бангладеш и устроили там проповедь. Джай Патак с нами тоже приехал. У нас было много программ. Он был назначен как GBC в Бангладеш. Then there was some incident in Mayapur. Some Muslims attacked the temple. И затем напали на майпурский храм бандиты, мусульмане. And this came in the newspapers in Bangladesh. И Бангладеш, в газетах Бангладеш было напечатано об этом. Cruel foreign Vaishnavas shoot the timid Muslim villagers. Жестокие иностранные вайшнавы стреляли местных простых деревенских жителей. So that we were arrested. Нас арестовали. And told you have to leave this country within 7 days. И сказали, вы должны покинуть эту страну в течение 7 дней. But they told us later you come back again. Now it's too dangerous for you. Come back later. Но потом сможете вернуться. Сейчас для вас просто слишком опасно. Потом снова можете вернуться. Later we came and we were able to preach. Позже мы приехали и продолжили проповедовать. Meantime I thought good to go to Nepal. Тем временем я подумал, неплохо было бы в Непал съездить. So I, Jai Patak Maharaj gave me letter for Prabhupada. I went to Vrindavan to meet Prabhupada. Jai Patak Maharaj дал мне письмо к Прабхупаде. Я приехал вместе с этим письмом в Вриндаване, чтобы встретиться с Прабхупадой. That time Prabhupada was very ill, actually. It was in July or August in 1977. В то время Прабхупада был уже очень болен. Это был июль или август 1977 года. I hadn't seen him so ill before. Я никогда не видел его настолько больным ранее. Anyway, we were invited to for his darshan. Нас пригласили на даршан с ним. And he had read the letter. Он прочитал письмо. And so he said, he's told one story. И он рассказал одну историю. He said once there was a Bengali poet. Однажды был один бенгальский поэт. He went to England. Он отправился в Англию. He lost all his money. Потерял все свои деньги. His name was Michael Madhusudan Datta. Его звали Майкл Мадхусудан Датта. Майкл? Yeah. Then he was asking everyone, "Give me some money, please, help me." И он попрошайничал, просил всех, дайте мне денег, пожалуйста, помогите мне. Nobody was giving him anything. Но никто ничего ему не давал. So finally, one gentleman gave him some money. В конце концов, один джентльмен дал ему какие-то деньги. So he was a poet, so he was praising that gentleman. Он был поэтом, поэтому он прославил этого джентльмена. You have the courage of an Englishman and the heart of a Bengali mother. У вас одновременно и смелость англичанина, и сердце бенгальской матери. So Prabhupada said, formerly he said, the British, they had a big empire.
Прабхупада сказал, раньше у британцев была огромная империя. We're famous for courage and expansion and determination. И британцы известны своей решимостью, смелостью и экспансией, расширением. He said even America is your creation. И он сказал, даже Америка это ваше творение. He said so same way you have to spread the empire of Krishna consciousness. И вот подобным образом вы должны распространять империю сознания Кришны. He said, you have to do it with the courage of an Englishman and the heart of a Bengali mother. И делайте это с решимостью и смелостью англичанина и сердцем бенгальской матери. He said, you have two nice fields, Nepal and Bangladesh. У вас два замечательных поля деятельности, Непал и Бангладеш. He said, you need some money to start in Nepal, I'll give you. Вам нужны деньги, чтобы начать что-то в Непале, я дам вам деньги. You open bank account in Nepal, I'll send money every month. Откройте банковский счет в Непале, и каждый месяц я буду посылать вам деньги. And that way we had to change money to extend our visas there every month. So change some foreign money. Мы должны были менять регулярные иностранные деньги, чтобы визу продлевать в Непале. So Prabhupada said, if there's one thing in ISKCON there is no shortage of, it's money. Prabhupada говорил, есть одна вещь в ISKCON, по отношению к которой нет никаких нет преград, нет недостатка, это деньги. So I'll send you money. Я деньги пошлю. In this way, he said, you develop these fields, preaching fields. И вот таким образом, он говорил бы, должны развивать эти поля проповеди свои. So take the courage of an Englishman and the heart of a Bengali mother. Вы примите все это смелость англичанина и сердце бенгальской матери. So thank you. Hare Krishna. Okay. Thank you. Srila Prabhupada ki jai. Srimad Bhagavad Gita ki jai. Samavita Bhaktivinoda ki jai. Atai Gaura Premananda. Его милость Шриман Прабхавишна Прабху ки jai. Давайте еще раз поблагодарим Прабхавишна Махараджа за его прекрасную лекцию. Аллилуйя.